1 мая спасатели уже заняли свои посты на вышках. Необходимое оборудование в полной боевой готовности. Рабочий персонал набран на 90%. Всего это 84 человека. Они прошли специальную подготовку и готовы к пляжным будням. До 1 мая мы провели все подготовительные работы. Изготовили новые вышки на весь город. Получили оборудование. Горсовет помог закупить все оборудование, которое требуется по приказу МЧС. Это как новые круги, буи, радиостанции. Полностью вся комплектация поста у нас обеспечена горсоветом. Наша съемочная группа отправилась на пляж для инвалидов, чтобы убедиться, все ли действительно готово для пляжного сезона. А в непосредственной близости к воде были очарованы ее чистотой. Как же хорошо на море! Придя в чувство, мы все же отправились с инспекцией на вышку. На спасательной вышке есть все необходимое оборудование. Спасательный круг, конец Александрова, набор аптечек, набор для ныряния, ласты, маска, трубка, мегафон, что немаловажно. Также есть спасательный жилет и самое главное, на спасательной вышке есть спасатель. Сами стражи порядка на воде считают свою работу творческой и относятся к ней как к искусству. Между вышками есть радиосвязь, и спасатели всегда готовы прийти на помощь не только утопающим, но и друг другу. Радиосвязь со всеми постами, в случае чего там помоги, допомоги, значит, сообщили. Здесь буквально пару секунд, и все в сборе. И оказываем помощь необходимую. Ну, думаем, что этого не понадобится, потому как у нас ребята все прошедшие всю подготовку, нормально, все хорошо, ну, так сказать, подкованные в этом случае. Мы решили проверить, что знают отдыхающие о безопасности на воде. Главное не утонуть, надо уметь плавать, первое, не заплывать далеко. Ну, во-первых, не заплывать за буйки, во-вторых, не плавать во время шторма, ну и все. Некоторые отдыхающие сменили океаническое побережье на Черноморское, чтобы вволю насладиться ласковым морем, и не без причины. Во Флориде нельзя купаться. Смельчаки купаются, а если вы проходите по дамбе, вот где-то от 15 метров или 20 от берега, вы можете увидеть маленькие акулы. Чем дальше, тем больше. Вода – стихия прекрасная и опасная, а море неуважение к себе не потерпит. Будьте осторожны на воде. Мишель Арманд, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.